Дорогой Тед из будущего, это я, Тед из 93-го. Если ты это читаешь, то это значит, что у нас появился сериал на самой крупной платформе мира. Да, я знаю про этот сервис. Будущее шикарно. Я уверен, что нас отправляет все больше людей на Луну. Лунная колония? У нас она не очень удалась, я сожалею. Я бы очень хотел увидеть твой мир, где есть летающие машины и новые персонажи на телевидении. Эх, бедняга, мы все просрали.